Всех приветствую! Сегодня мы будем делать умную розетку с помощью умного переключателя Sanof Mini. Для этого нам понадобится двойная розетка Sanof Mini, шнур с вилкой, набор инструментов. Как и в прошлый раз, мы одно гнездо будем использовать под переключатель Sanof Mini. То есть мы удалим вот эту часть, и по габаритам наш Sanof, наш переключатель идеально впишется в это место. Ну что ж, приступим. Итак, мы убрали лишний разъем, подготовили посадочную площадку под Sanof Mini. Осталось теперь все это скрепить между собой электрикой и проводами и все это хозяйство собрать. После чего у нас будет готовая умная розетка. Итак, наша умная розетка собрана. Осталось проверить ее в работе. Как видим, все прекрасно работает. Сам Sanof Mini идеально вписался в освободившееся место. И даже антенка, которая присутствует в этом девайсе, отлично входит в пустое гнездо. Стоимость этого утлета, как подобное устройство именуется на Западе, составила двойник 250 рублей, Sanof Mini около 650 рублей, кабель 100 рублей, ну и, соответственно, ваше время. Эта умная розетка для моего умного дома на 1С будет использоваться для управления включением телевизора, голосом и по расписанию. Попробуем сэкономить хоть немного на электричестве. Ведь все мы знаем, что выключенный с пульта телевизор все равно фоново потребляет электричество. А на сегодня все. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал, поделитесь этим видео. Всего вам доброго, до свидания.